Всем хай, вещает Добиджей Плей. Ну что ж, приключения лесного эльфа продолжаются. Нас ждет от оплота Красного Орла, думаю, не совсем долгая дорога, так сказать, домой. На удивление мы добыли, причем даже внепланово, хотя как, ну, нам по пути все равно ну, приходилось, конечно, контактировать с изгоями, то бишь полный набор доспехов изгоя. Да, и еще и все-таки по квесту достали перчаточки кузнеца-мастера. Я думаю, мы ими еще и воспользуемся. Главное только нам успешно добраться. Так, и я... Ага. Нам, в принципе, метку ставить не нужно. Окей. Так, сейчас еще раз гляну. Ага, мы даже смотрим вообще в центр Скарима, можно сказать. Ну, не в центр, но типа того. Я бы вернулся на самом деле сейчас к реке, вот так вот, наверное, как-то обойдя оплот. Ну и спокойно пошел бы себе уже по проторенным дорожкам. Так, сейчас еще разочек зачекирую звук. Все, респект. В общем, так как обычно. Так. Нам туда. Тут у нас, блин, такие стрёмные места. Не забываем, что здесь у нас были волчары, саблезубы слева. Так, а что у нас, кстати, там по волчьим шкурам? Да достаточно, на самом-то деле. Я думаю, должно нам хватить на улучшение всего, что нужно. Так, что у нас здесь? Ну, тут у нас изгои вон на горизонте. Не, я бы обошел. Ага, я думаю, может быть, даже так попытаться. Да, блин, нет, так можно так и навернуться. Ладно. Да как-то, да, вот, вот можно. Оп. Поаккуратней. Хотя ты знаешь, я бы, наверное, сейчас... Давай. Ты меня видишь, нет? Блин, второй подходит. Там их трое, заагрились. Пошел агры, я, наверное, повыше залезу. Тут меня нигде не обойдут. Засранцы шерстяные. Так, какие стрелы заряжены? Давай, ну, стрелы изгоев. Был бы я в инвизе, конечно, можно было бы волку уже успешно даже сбривать. Не, ну Скайрим, конечно, блин, ну, не дать не взять, атмосферная штука. Особенно если отыгрыш подобрать. Не. Да, блин. Мы ж как-никак охотники. Я бы на самом деле, да, вот шкурку еще бы забрал. Летает троица. Давай-ка сейчас залезем в тень, наверное. Тут быстрей. С глаз удалимся. Куда тебя несет? Ну, чё так долго-то? Ага, вот-вот. Так, и сейчас мы попытаемся критами зарядить.
закрылись с глаз. Давай. Оп, нас даже не видят. Ну да, по ваучарам уже урон нехилый. Так, стрельба прокачана. А где ж тут третий? Натуральная охота. Ага, вот он. Ну вот это вот чит на самом деле. На компасе сверху, по сути, показывают, где враг. Ну, допустим, мы его слышим по звуку, да, но... Тут иногда и на более дальних расстояниях отображается враг. Ух ты! Ну чё, он уже там, за камнем, да? Да, слушай. У тебя не было шансов. Пойдем, шкурки остальные заберем. Все, теперь на прокачку доспехов точно хватит. Что это? Железная руда. Так, окей. Тут мы по-прежнему возле изгоев. Да, кстати, лечилочка у нас уже ж прокачана, да? Но ее, в принципе, можно пока что убрать. Так, куда я сейчас смотрю? Не, надо гору обходить, иначе это будет долгая басня. Так, помимо, вот я вспоминаю сейчас ингреды, помимо... Ага, по-прежнему саблезу тут. Не, ну саблезубы я пока, блин, нифига толком урон, наверное, не нанесу, конечно. Это, блин, по сравнению с ваучарами тварина раза в три сильнее, если не больше. Оп. Так. Ага. Ну, походу справились. Так, тут у нас где-то был вход. А что там за дичь такая? Там у нас вход в шахту. Ну, шахта... Это цивилизованное место. Вот только шахты получается. Ух ты. Вы уже живые? Это вообще изгои, подожди. Не факт. Слушай, я, наверное, с ними не сталкивался. Так, что за интересное место? Охрененная текстура плит. Чем-то из Immersive Dungeons. Это случайно не соратники, не? Ну-ка, подожди, они на меня идут, да? На, это, наверное, чуваки, которые, в общем, орки переодеты. Ряженые. Ну, я, пожалуй, пойду. Так, а вот это место... О, на мать, ты кто такой?
Чё так пугаешь? Офигею с вас. А это, наверное, путешественник обычный. Причем ты с двуручим, зараза, да? Мы пришли преподать тебе урок. Нанятый головорез? И тут тоже были головорезы, да? А подожди, а за что? А чё я такого сделал уже? А, я, наверное, убил каких-то там вот этих же аристократов, да, или... Так нет, охотника только убивал от фонаря. И аристократа, по идее, одного, да? На охренеть, за нами уже выехали, в общем. Так, стоп. Тут у нас какое-то место, тут у нас могут быть проблемы, между прочим. Жесть, уже, блин, за нами кто-то там охотится. Так, тут бандюганы, стопудов, помню. Помню. Я когда-то, помню, здесь уже воевал высокого уровня героя. Ну так-то, блин, не скучно. Блин, ну так вот и... Убивай кого-то левого. Пришлют за тобой тут наемников. Так, заяц. И такие на пафосе идут... мелкими шишками. Так, это что у нас вообще? Ага, это дорога, по которой я шел. Окей. Так, аккуратно, аккуратно. Интересно, вот изгои новые уже не успели появиться случаем. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать лично в руки. Чего от меня хотят? Ого, письмо от Ярла. В гору идешь не иначе. Ну, вроде все. Ну да, такое тут бывает. Капец. Вроде бы тут в какой-то глуши лазаешься, тебя тут все нахуй. И наемники тебя хотят, и гонцы, и ярлы. Ну давай глянем, что там за письмо. Письмо от ярла Фолкрита. Предлагает мне что-то там титул. Да, не-не-не, спасибо, нас это не интересует. Так. Ну, изгоев новеньких я не наблюдать. О, тут еще есть куриные яйца, слушай. Подбираем. Вот еще вот охреновительное сено. Вполне реалистичное. Ну, отчасти. Так, мох, да? Да, еще мох. Окей. А ну-ка, так я подойду к этой шахте ко входу. Ну, в принципе, это цивилизейшн. А сюда, кстати, в доме зря, наверное, заходил. Ну, я знаю, в принципе, помню, что здесь, ну, если тут изгой, значит, тут уже, в принципе, цивилизация только одно слово осталось, да? Еще мох. Вот, блин, никогда не обращаю внимания на этот мох. Вот когда отыгрываешь именно вот целенаправленно, причем no dead друида, так не знаю, что-то вот стал внимание обращать. Так, наживерничек. Еще яйцо на ригмы. Тут я забрал.
Иногда здесь еще могут быть каджитики, помним о них, да, которые вот откачуют торговцы у Скайрима. Я бы с ними поторговал, это в принципе такие кочевые товарищи. Как вариант. Даже вот когда у нас нет типа контакта с Цивой, только вот с ними даже можно, да? Можно, а чё нельзя? Так, осторожно все равно двигаем. Пока мы тут возвращаемся туда-сюда, как практика нам показала уже вполне на том воре, то буквально там стоит отойти, блин, 100 метров, и ситуация может поменяться. Хотя она была, в принципе, у нас после загрузки. Так, листичек я не хочу трогать. Эти прикольные. Да, и зайцев тоже, с них там нифига. Так. Крысы что, с волком там дерутся, да? Вот тут я как кого-то видел из... Или не тут, или мне кажется. Собакин! Пойдем со мной, слушай. А ты просто собака, да? Ну где ты там крыс забил? Я вообще с ней бы хвосты сейчас бы подергал. Я думал, ты бездомный, я бы тебя подобрал, не так круто, друид собак это вообще топ. Да, тут же такое дело есть. Где еще одна крыса? Тут же было две. Блин, можно мне тебя было полечить, я бы полечил. Так, ну что, ты пока только одну крысу наблюдаю. Не, блин, собак это вообще было топич. Хотя, конечно, любитель КТ, ну, тут в игре это прям топ. Хотя на самом деле, вот если вспомнить тут же Fallout 4, там с собаками все поинтерактивнее сделано. Ну блин, копич. Водичка просто бомба. Блин, так сдалека мог бы перепутать. Или еще мне и стрелу всадил. Так, это баран. Ага, и отсюда мы выходим прямиком, по сути, на... Прямиком на орков. Так, тут же никого нет. Вот тут может кто-то встречаться. Мне медведи когда-то попадались. Что не очень приятно. Все, добежали, аллилуйя. Так, сейчас мы... Отдадим перчи, хотя подожди, мы сейчас прежде ними воспользуемся, я скажу в кузню. Перчатки, входи. Первым делом поговори с вождем. Окей, конечно. Так, сейчас пока идем в кузню, понимаем, что нам надо. Для улучшалочек. Так, ну-ка. Кожа, просто-напросто кожа. Головной убор кожи, в общем. А наконец-то мы избавимся от этих вот шмоток. Да, и получается, что там-то головной убор изгоев. Но он поатмосфернее покруче. 4 кожи, по сути, надо. Так. 4 кожи. А для лука изгоев... Стальной слиток. Ну, нам... Так, и да, по стальному слитку надо, в общем, 3 стальных слитка для улучшения всего остального, окей. Пойдем сначала запилим бронь. Так, а тут же дубильник уже вообще ездит, или он только ниже? Не, все-таки надо идти, да? Окей. А, я еще хотел вот той серии показать, если у меня был бы факел, что вода стала якобы... Ну, в общем, анимированной. С помощью флагина. Но она, это дело все видно только... Вот. Только с помощью факела, вот. Правда, она так кривенькая, конечно, отчасти. Но... А, вот и даже видно, что вот здесь как бы вот, ну, то ли пыль какая-то, то ли грязь на воде. Все-таки текстура осталась, но еще и анимация. Ой, факел качественный, в принципе, очень даже. В общем, балдежно. Балдежно, пацаны. И дамы.
Так, да, у меня еще там шкура, в принципе, останется. Волчар. Раз. Два. Три. Четыре. Так, что еще? А давай-ка пока сразу... Есть возможность. Давай сразу пошаманим. Шаманим урон здоровья. Яда сразу наделаем. Да тут, в принципе, да. Один куренир на. Урон пока 9 единиц. Ну, пускай хоть так будет. Так, а пока что еще... Нет, стоп. Ингредиенты, ингредиенты. Так, я хотел там что-то еще такого замиксить. Восстановление здоровья, да? Восстановление здоровья. Голубой горноцвет обладает... А голубой горноцвет обладает восстановлением здоровья, да? На удивление. О, еще... Сейчас, погодите, надо еще куриное яйцо съесть. Сопротивление магии. Сопротивление магии, конечно, здесь, в отличие от Морвинда, крутая штука. Вот кто, допустим, не играл в Морвинд, да, или там мало играл. В общем, в Скайриме, как известно, сопротивление магии нивелирует всю магию, если не ошибаюсь. Да, всю, абсолютно там, до, ну, в пределе до 85%. Хоть у тебя есть и будет 100%, там соточка, в общем-то, сопротивление, но потолок резиста 85 будет действовать. Отражать всю магию, в том числе элементально. А вот в Морвинде... Сопротивление магии, оно отдельно от сопротивления стихийным, сопротивление огню, молниям, там, ядам, там, параличам и т.п. и холоду. Так в Морвинде оно будет нивелировать только ту магию, которая, допустим, будет повреждать вам характеристики, там что еще, отражать там всякие там негативные эффекты, как при надевании всяких шмоток с ними. Ну, то бишь, сопротивление там более скромное, заметно скромное, даже я бы сказал. Так, да, куриное яйцо хоть и съел, но там ничего, да, это же у нас... Вон, 22 здоровья. Ну, это хоть кое-что. Погоди ты. Урон магии. Урон магии — это все фигня. Урон здоровья у меня было бы первым делом. Так, что у нас вообще там по ингредам? 5 ягоды можжевельника. Химия растет. Я бы, знаешь, я бы помиксил с чем-нибудь еще, даже горноцвет. Голубой. Хотя тут, в принципе, восстановление здоровья мы могли бы... Да, это я его, наверное, вгажу. Не, давай, значит, тогда красный горноцвет. Нифига. Давай сам хом. Экспериментируем. Вот этот мне нравится. О, ни хрена, тут белянка, красный горноцвет. Это восстановление магии 2 единицы. Концентрированный яд временно снижает максимальный текущий запас магии. Фигня. Но опустошение магии, опустошение... То есть 2 раза опустошение магии. Так, понял. Причем, получается, мы у красного горноцвета, да, мы открыли только... У белянки дофига эффектов, да? А ну-ка. Да, вот у красного горноцвета фигню. Вот круто, блин. Не нужно качать алхимию. Чтобы открывать новое. Оп, урон здоровью. Урон здоровью есть у красного горноцвета. Это хорошо. Вот, обиж уже можно делать. Яд. Лютый гриб, да, я пока приберегу на то, чтобы там со светящимся грибом зафигашить. Давай с мухоморчиком. Что еще? Ну-ка, с чесноком нет. С корнем нирна. Ну, давай создадим яд. Сейчас и последний мы сейчас замиксим, допустим, с хитином. Нет. Окей, лиловый горноцвет, давай. Учитывая, что горноцвет, он растет везде. А, да, это мы уже пробовали, да? Так, лиловый — это восстановление запаса сил. Ну тут, да, этот можно спокойно совсем миксить. А, тут восстановление запаса сил. У нас пока запас сил есть. Понял. Кинга-диаграмма, допустим, вот с этим делом.
чертополоха. О, сопротивление, я нафиганулась. Ветка чертополоха, еще с чем можно. С бородатым, допустим, пхом, нет? Лютый гриб не трогаем. Бородатый мох, с чем можно? Давай с этой штукой. Еще с чем? С голубым, да нет, мы пробовали горноцветом. Ну, в принципе, пока все. Будет еще, кстати, продать шаманки. Так, давай-ка доспех зашаманим. Так, броня изгоев. Головной убор вперед. Так, кожаный шлем не трогаем, я его продам. Отлично, такс. И 21, что, серьезно? Ну, я все-таки одену его, поскольку в будущем, если я прокачаю кузнеца, все-таки для меня это будет профитней. Так, добро. Одеяние мага я все-таки, думаю, буду продавать, поскольку мне сейчас очень важна защита. О, теперь, вот теперь мы трушный друид, натуральный. Правда, блин, на людоеда смахиваем, но... Это мы так пугаем, это мы. Понятно, мы их не кушали. Такс. Чё еще? Давай-ка. Пару-тройку часов подождем. Где там ваш этот вождь? Ну, как он телепортируется-то, а? Не могу поверить. Тебе удалось найти перчатки мастера-кузнеца. Я поражаюсь. Прикинь. Тебе, чужак. А, блин, а подожди, я же ими не воспользовался. Стой. Я сейчас так для... Капец, я профукал. Ну, блин, все. Делаем одну кожу. Я сейчас надену вот эти перчи. Я протыкал, блин, перчи одеть. Ну, это мне прям не так уж страшно. Сейчас, подожди. Подожди, сейчас я тебе их отдам. Я сейчас, по крайней мере, попытаюсь еще раз якобы ушиться и проверить вообще, есть ли в этом смысл. Место для орков. И а, ну да, окей. Ладно. Ничего, в принципе, не профукал, я думаю, окей. Так, а что там у нас по защите, в общем, получается? 89, как я говорил, 90 почти. Вот. Друид натуральный, блин, даже с рогами. Оленьями. Не могу пойти. Согласно кодексу Малаката, я нарекаю тебя нашим родичем по крови. Пусть все цитадели узнают, что ты нам теперь родня. Теперь мы можем со всеми орками общаться. Разрешаю тебе покупать у наших кузнецов оркские доспехи и оружие. Можешь учиться у моих воинов и покупать яды у ведуньи. Добро пожаловать в нашу цитадель, родич по крови. О, премного благодарен. Ты говоришь с Бургуком. Пождем душнивый. Вау. В общем, душнивый. Да, я заслужил этот титул, убив своего отца в честном бою. Однажды у меня будет сын, который бросит мне вызов, когда я стану слишком стар, чтобы вести свой народ. И в крепости появится новый вождь. А до тех пор я единственный, у кого есть право иметь жен и детей. Так обеспечивается наша сила. А, ну как вы живете? А то я хочу тут к вам примкнуть. Кодекс Малаката — это и традиция, и закон в крепостях. Нарушитель кодекса уплачивает цену крови. Кодекс — это неписанный закон. Орки во всех крепостях знают его наизусть, передают своим детям и чтут беспрекословно. Для чужака следовать ему несложно. Не воруй и не нападай ни на кого в крепости, иначе заплатишь золотом или кровью. Со мной тебе не сравнится, но я попробую тебя научить. Можем, по крайней мере, одну ручку поднимать, вот лимит 5, да? И он мастер. Он мастер, он может до сотки поднимать.
Класс. Так, цена... У нас золото всего ничего, цена 330. Я, возможно, даже и поднял одну ручку, чтобы... Спасибо тебе, вождь. Премного благодарен. Теперь я могу хоть с ними нормально жить. Так, привет. Если хочешь купить яд, наши яды смертоносные. Мы жили в Скайриме еще до прихода нордов. Наши обычаи просты. Все должны трудиться ради силы общины. Лишь самые отважные могут вести за собой других, и только им позволено иметь жен. Великий вождь привлекает к себе многих женщин и взращивает храбрых сыновей. Мудрые женщины, как я, матери вождей. Мы наставляем членов племени и даем им советы, как соблюдать заветы Малаката. А ну кто такой Малакат? Он наш создатель и господин. Даэдра — повелитель кровной клятвы и проклятия крови. Малакат учит нас подтверждать любое слово делом, требовать крови от врагов и силы от союзников. Он хранит всех орков, как своих детей. Эту истину быстро забывают те, кто покидает крепость. Суровенько у вас. Тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Не, меня интересует продать тебе что-нибудь. О, кстати, вот рыбки. Вот эти вот рыбки, по-моему, еще остались текстурками не очень, но... Опять-таки, плагиновская вот текстура все-таки что-то там подтянул, да? Сейчас я просто посмотрю. Виноград же базе. Ну, якобы еще можно купить, как мы видим, разные ингредиенты, чтобы их распробовать. Так, всякие зелья. Зелья тебе вообще... О! Зелье исцеления болезней. Кстати, надо сейчас посмотреть нормально на наши свойства, что у нас там активно. Исцеление ядов не совсем то, что надо. Так, аж 234 исцеления болезни. Ну, блин, норм. Даже зелье невидимости. 600 с чем-то стоит, обалдеть. Клык саблезуб. Вот, ценная штука. Стоимость всего лишь 6. Чё, прикалываешься? Беру. Даже беру оба, чтобы потом еще раз пробовать это дело с светящимся грибом. Сейчас мы там с чем там? С лютым грибом. Так, разное прикольное зелье. Сердце Даэдра, дожитесь. Да ты крутая. Слабая сделка лечения. 25. Но мы почти такие же делаем уже сами на 22. Вот звук крыса. Не, ну рыбки норм смотрятся, приятно вполне. Так, окей, я понял. Зелье лечения. Где там? О, просто зелье лечения обычно на 50 здоровья стоит 107 аж. Так, а что есть у меня? Что ты вообще принимаешь? Зелье восстановления запаса сил. Зелье восстановления магии, там еще всякий бред, забираем. Повышение навык стрельба, пожалуй, оставлю. Реген здоровья, пожалуй, пока оставлю. Сопротивление холоду забирай. Ядом то же самое. Клык Хоркера. Клык Хоркера пускай пока полежит. Так, сделки лечения пускай. Зелье магии, ну в принципе пускай 5 штучек валяется, это немного. Эль мы, если что, там согреемся будем, если в холодных землях, пускай будет. Ягоды можжевельника, они даже стоимость 0, да? Ой, мы, между прочим, мы открыли все свойства у него, потому нам уже, в принципе, нет смысла там его колбасить. Но из можжевельника мы будем делать зелье стрельбы, если там еще с чем-нибудь замиксим. Я, правда, не заметил с чем, не запомнил, точнее. Повреждение, регенерация запаса сил. Для какого-то воина. Ну, блин, это не так критично. Так... Несколько ядов имеется. Ну вот, уже кое-что подзарабатываем. О, я пойду куплю стрел, бляха ты муха, точно. Ни на какое обучение пока не тратим. Ну, в общем, мы, да, очень скромно сейчас живем. Так, ты же у нас сейчас тут торгаешь, да, такой? Модный. Когда-нибудь я помогаю не только в кузне, но и в шахте. Так, значит, торгует все-таки ты она. Хочешь купить орочью сталь? Ты торгуешь оружием с другими городами? Иногда. Но орочий клинок — вещь очень личная. Гнев, сожаление, гордость.
Все это мы вкладываем в сталь. Когда моя дочь Лаш решила покинуть крепость, я выковала меч, чтобы напоить его моей болью и стыдом. А это квест. Покажи мне честь услугой, чужак. Отдай клинок моей дочери, что если прикалываешься? Встретишь ее. В нем все, что ей нужно знать. Ну я же не могу, не сейчас, давай. Как пожелаешь. Давай не сейчас, я же не могу контактировать с цивилизацией, прости. Клятва. Клятва друида. Так, твои оружие, доспех весьма впечатляют, правда их еще не видел, но как ладно. Как говорится, орк еще в утробе матери учится махать молотом. По традиции, мать обучает детей кузнечному ремеслу. Если у вождя есть вторая жена, ее называют коваль-женой. Именно поэтому. Так, помоги мне носить тяжелую броню. В общем, второй учитель, пожалуйста. Только лучшее оружие и броня. Ну, то, что уже есть одноручный тренер, это классно. Так. Чуть есть по... Так, острые стрелы, стрелы. Так, ладно, я сейчас просто пока посмотрю, что тут есть. Оручья даже стрела есть. Охотничий лук. Стальная стрела. Ну я, по идее, все стрелы забираю сейчас. Стальной меч, хорошо, доспех. Ну, я, кстати, да, сейчас же тоже кое-что там продам, наверное. Еще мне найти, блин. Да, вот есть, между прочим, и щит. Который еще добавил брони, но я, наверное, предпочту ставить два. Клиночка. Так, тут все хрень. И разная. Мне нужно будет сейчас еще, да, три. О, первым делом еще три стальных слитка я возьму. 200. О, 177. Вот так вот. Очищенный лунный камень, отмычка. Давай. Есть и кожа. Ну, в принципе, пока все, что надо, есть. Также я забираю стрелы обязательнейшим образом. Так, у меня еще осталось 163 золота. Так, дальше. Тут у нас еще были стальные стрелы. Давай. И 11 оручьих, блин, немножко не хватает. Заберу, заберу, но только сейчас я прежде... Что-нибудь продам. А, вот имперские, имперское барахло. Так, и сыромя. Эту штуку я бы разобрал. На зачаровательной хреновине. Сейчас мы, правда, зайдем еще к оркам в дом. Может, там что-то такое есть. Хотя, по-моему, нет. Так, окей. Кое-какое золото еще появилось. Давай еще орочи стрелы обязательно. Правильно. Орочий боевой топор 16. Ну и благо, все, у нас есть доступ хотя бы к этому всему делу. Еще есть даже... Так. Еще есть даже у нас там стрелы, блин. О чем я там думал? В общем, ладно, неважно, проехали. А, господи. Да, стрелы и стрелы изгоев есть, правильно все. Считай, сотка. А, еще посох зомби же есть, слушай. Ну, на правду его не покупаю, да? Но зато я могу поднимать слабого мертвеца, который будет сражаться, то бишь могу, по крайней мере, отвлекать. Да, пусть и будет. Ну, правда, блин, в отличие от морального заряда, здесь просто сами по себе не восстанавливаются, нужны будут камни душ. Ну, отслужить свое можно продать нафиг. Так. Да, хотел глянуть сейчас урон, там был, по-моему, урон 16 в топоре, да, тут урон 16. Но топоры медленнее, а мечики-то быстрее, тут же ж... как оно идет, в отличие там от предыдущих серий частей древних свитков. Да? Да, кстати, можем еще шахтером поработать. 18, хорошо. В общем, по скоростям тут, ну, кинжалы самые быстрые получаются. Мечи чуть-чуть медленнее.
Так, начни чуть-чуть, ты можешь на треть медленнее, потом медленнее, дальше идут топоры, чем мечи. И, соответственно, кувалды всякие медленнее, чем топоры. А, ну, естественно, двуручное оружие медленнее, нежели одноручное. А кинжалы здесь, то есть топовый сделать, допустим, драконий кинжал. Причем крадучись можно наносить даже два удара, и это, блин, очень жестко, если прокачать там, допустим, алхимию, прокачать кузнечное дело, там, потом еще там еще нам прокачать там зачарование. Можно такой кинжал забабахать, который, блин, будет полючим и там срезать очень даже жестко. Причем я помню, что вот это круче, чем в одном моменте, чем даже одноручный меч, если взять. Я помню, был с этим делом, ну, тут можно на самом деле жестко там прокачивать оружие, да, но у меня был, помню, одно время урон, что-то там 470 на одноручном мече из кости дракона, и на кинжарчике из кости дракона 400, по-моему, 16, или примерно так, то бишь разница как бы, ну, не особо такая прям большая, но пока ты будешь махать не особо так, ну, не прям так, не резко, в общем-то, одноручным мечом, то ты, по-моему, с присяди кинжала можешь делать одновременно два удара, или стоит, в общем-то, силовой удар, в общем, делать кинжалом, это сразу два удара наносится. Ну, представь, либо же один 400 там урона, ну, почти 500 урона нанести с одного удара мечом одноручным, либо же сразу там после 800 с лишним кинжальчиком. Есть разница. В два раза почти. Так. Пушки поулучшал. Урон подрос, но правда это фигня. Вот смотри, сейчас у нас урон, блин, 18. А тут может добиться, я же говорю, 400 там и выше. Пойдем, зайдем в длинный дом орочьего вождя. Посмотрим, что у него здесь. Мы, по идее, здесь и спать могем. Так, еще помню, у оленя у нас были хреновые рога. Тут рога обалденные. Текстуры, в отличие, вот в оригинале было одно, по-моему. О, тут еще есть по два. Эх, воздух нынче хорош. Предвкушаю запах крови, который... А вот и эти охранники, да? Терпение. Книжки тут еще есть, надо их сейчас... Охотник не предвкушает. Потыкать. Спать я то могу, да, но не помню где. Или вообще не могу. Право книжечка право рожей. Я жена охотница. А ну-ка. Если тебе нужен клинок или броня, пойди навести гору. Понял. Так, мужик, а ты что, медитируешь, да? Матери, крутые у тебя перчатки. Я помню, это, блин, легкий доспех, блин. Много мяса и шкур. Это у братьев Бури такие. Даже не думай. У офицера, по сути. Брат Мурн сильный воин. Враченные легенды. Запретная легенда, в общем. С ним за власть. Так, ну, не, спасибо. Пока у нас активных крестов получается нет. Он принес в крепость силу и достаток. Так, еще бы я хотел бы попасть реально в подвал. Ну что, неплохо живут. Обворовывать, я думаю, не стоит их. Чисто так вот. Ребята меня тут приютили, а я буду хренью заниматься. О, нормально обгорелые книги. Так. Подвал. Не интересует подвал. И по идее, сюда как бы входить можно, да? Посмотрим, что здесь. Вот и посмотри, тут еще неуютная штуковина. Тут я случайно не могу ли вас поселиться, приютиться. Так, тут, по крайней мере, есть... Блин. Ой, лютый грим даже здесь есть, да? Бесовской. Так, есть ингредиентики. Да, все-таки подвал здесь есть, но он находится только внутри здания. Понятно. Так, плава, книжки.
Арсениуме орки. О, тяжелая бронька. Офигеть, тут у вас грибов. Так, ну бесовской, подожди, сейчас. Надо вспомнить, там, по идее, что-то на все-таки яды пригодится, да? Али нет. Опа, что у нас здесь? Так, стрекоза в банке. Ну, так типа коллекционка, если я ее возьму, я буду с собой таскать дерево внутри и, блин, занимать просто вес. Так. Ну, зелье лечения я прихватизирую. Уж тут уж сорян. Да, типа такая коллекционочка. Пущай, трогать ее не буду. Так, еще. Гниль на мир. Ну-ка, такой гриб я, по-моему, не разжевывал. Так, что еще? Да, грибов тут прилично, слушай, неплохо. Пригодятся. Так, а что еще тут есть у вас? Пустая. Шлеп. Ну тут в подвале я буду, окей, все брать. Как бы. Оп, соль. Соль это да. Чем одну разжую. Соль я не помню, но это, по-моему, ингредиент. Ну, редкий такой относительно. А, блин, ну тут просто для алхимиков. Я тут уже обрадовался, думал. Для зачарователей. Уголочек нашелся. Так, а что тут есть еще, да? Или там, я там был, стоп. Ну тогда знаешь что? Давай это все посрываем. По идее, оно может тоже восстанавливаться или нет. Снежные ягоды, классная штука. Так, опять ягоды можжевельника. Вот, костяная мука. Снок. Виноград. Ну, по сути, если тут есть кровать, я тут, наверное, жить буду, да? Еще стержневый корм. О, слушай, норм так, по крайней мере. Медвежьи когти. Так, ингреды появились, которые надо бы отдегустировать. Так, а тут я брал? Да. Ну, кровати здесь нет, да? Получается. Ладно. В общем, да, за это, между прочим, надо сейчас... Сейчас мы, в общем, распробуем ингредиенты. О, бесовской гриб. Урон на здоровье, то бишь, можно делать яды. Виноград же базе. Вперед. Клык саблезуба сейчас мы замиксим. Лютый гриб. Вот с лютым грибом мы замиксим. Так, медвежьи когти скушаем-с. Жуем, перетрем. Так, стержневой корень. Да, я уже, по-моему, один юзал, да. Окей. 10-й левел. Тем временем, так, а что там у нас? Секира. За книжка. Кодекс Малаката. Все, ну в общем-то в смысле? Мне нельзя сейчас выйти на улицу, чё? Коль. Так, говорю, воровать тут не буду, сам. Сам-то чё? Чужая кровать, на ней спать не могу. Сейчас я, в общем-то, так позыркаю по кроватям. Возможно, тут мало ли. Может, тут мне одну выделят, а? Да не. Получается, нет. Так, а чё я не могу выйти, я не понял. Прикалываться, что ли? Ну, давай потренируем злом.
Надеюсь, не накажут нас орки. Да не, и порядочек. Нормально, начинаем теперь потихонечку изучать дальше алхимию, делать зелки. Так, сейчас еще. Да, подожди, я еще не со всеми пообщался. Ты осторожнее кого-то пришибешь, ты чё? Я бродил по дальним уголкам Скайрима, как ты. Это было хорошее время. Понимаю. Да. Дорога дает тебе такую свободу, какой не найти в крепости. Но здесь мое место, и я не хочу опозорить свой клан, снова сбежав, словно щенок. Щенок. Почему бы тебе не отправиться со мной? Не... Нет, воздержусь. Я брат Бургука. Вернулся, отслужив много лет в Легионе. К тому времени Бургук уже стал вождем и принял меня как родного, а не как соперника, согласно традиции. Да, в те дни меня звали Горбуш Градушник, в честь места, откуда я родом. Много орков уходят из крепости в Легион. Там любят хороших воинов и кузнецов. А мы сами можем посмотреть мир. Ну да, бывай, бывалый. Ладно. Такс. Малакат вознаграждает сильных и наказывает слабых. Ингриды, ингриды. Давай, лютый гриб, зафигашим с... клыком саблезуба. Результат должен быть. Повышение кузнечное дело, то бишь. По-моему, это все влияет на создание новых предметов. Да, кстати, мне нужны будут, наверное, железные слитки и повозки кожи. Я вроде-то смогу делать какие-то там штуки, чтобы, ну, качать кузнечное дело, да. Так, и еще мне нужен был бы светящийся гриб. Так, навык улучшения оружия и брони увеличивается на 18%. Улучшение, да? Ну, одну сделку сделали, по крайней мере, я ей воспользуюсь. Это даже лучше, по идее, чем эти перчатки. Которые я отдал. Так, что бы еще такого замиксить? Ну, ягоды можжевельника уже, я думаю, не трогаю. А, вот. Получается, эльфийское ухо и ягоды можжевельника — это сделка для стрельбы. Надо бы запомнить. Так, голубой горноцвет. Ну, подожди, восстановление здоровья. Сейчас, наверное, наделаю... А, нифига, да? Ну, блин. Ну, давай тогда другие ингриды пробовать. Давай бесовскую гриб с чем-нибудь миксить. Ну, давай с тобой. Нифига. Оп. Я мать Бургука и старейшина. Костяной... О, я костяную муку не пробовал, подожди. По идее, тоже должна быть хреновинка с... С ядом, что ли? Так, где там костяной? Вот-вот. А нет, урон запасу сил. Не, ну это фигня. Так, только освобрать воинов. Ну, эффективнее это же, блин, их... Убивать. Давай. Нифига, кровавый венец, давай. Нифига. Давай с лютым грибом, с одним. Восстановление здоровья. Есть у бесовского гриба, между прочим. Следовательно, мы могем сейчас миксить это все с голубым горноцветом. Шикарно. Есть нормальное применение бесовскому грибочку. И время от времени мы же могем, в принципе, спускаться туда в подвал. Все будет восстанавливаться. Уже хорошо, уже приятно. Нужно что-то. Так, морозная мирия. Ну, давай со снежными ягодами. Ну, логично. Снежные ягоды, морозная мирия. Так, давай соль теперь. Нифига, так. Чесноком соль. Регенерация магии. Так, ну с чем бы еще соль фигануть? Нужно что-то.
Так, теперь, я думаю, чесночок давай пробовать. А, блин, сопротивление я взял, да? Реген магии. Реген здоровья. Хорошо. Вот теперь давай гонять эльфийское ухо с... Нафигашим таких зелий, пускай будут. Так, 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 ты где, ты где, ты где? Давай-ка если тебе сейчас я еще продам лишнего, чтобы нас оно не тягощало. Реген здоровья на 2% на 300 секунд. Крутая штука, сопротивление входу нафиг, я дам туда же. Повреждение, регенерация запаса сил. Давай продадим. Так, 190 золота. Бейся славно. Давай-ка сыванем. Так, а теперь мы сейчас, малюха, подумаем, куда же мне двигать дальше. Ну, на самом деле, все уютно. Главное, наверное, только к вечеру попадать, там, если что, ну, за теми грибами, там, через какое-то время. Шахту мне не надо, кузнецы есть, в общем-то, все у нас в этом плане есть. Стрел у нас стало теперь больше даже в два раза, чем было изначально. Это прекрасно. Так, пацаны, давай. Вы там двери закрытыми держи, я тут еще. Просквозит. Ну, теперь натуральный дикарь. Так, куда мне выдвинуться дальше? В принципе, уровень у нас 10 только, да? Ну, я бы прокачался, допустим, уровня хотя бы до 15, то бишь с помощью охоты. То бишь, пока мы поживем в этой крепости, я, наверное, дальше двину в эту сторону. В этом регионе попытаемся поохотиться, может быть, где-то в этом, да? Может, что найдем. А потом дальше можно будет после 15 левела, ну, выдвинуться, допустим, нет, в эту крепость тут сурово, да. Также я помню, здесь еще есть крепость. Аж фиг его знает, где вот здесь. Да еще пока доберешься, блин, хотя бы выжить надо. Крепость, в которой будет нападать великан. И еще одна вот здесь. Тоже тут крепость неплохая, тут вроде здесь тоже угодья. Охотничья, хотя они по сути везде. Просто вот в этом регионе, если пойти в эту крепость, да, тут у нас такой зимний райончик. Но тут будут твари посуровее у нас. Тут могут и снежные волки встречаться. Ну, тут как-то охотничьи угодья мне побольше. Но пока будем жить здесь, да. Как-то так. Главное, в общем-то, вот изгоев нам уже ничего не нужно. Самое прикольное. Быстро мы с этим справились. Как-то так. Так, что у нас еще? В плане доспехов... Не оружие пока, порядочек. Ну вот, нужна штуковина, по сути, для... Какие-то нужны вообще-то бродячие торговцы. И штуковина, да, такие могут с модом вот оживлённо на дороге встречаться. И для зачарования. Для зачарования, в общем-то, стол. Где же его можно взять? Я вообще нифига не помню, блин. Но если что, подсказывать не надо портить. Отыгрыши тогда, в общем, спойлеры запрещены. Так, вот эти вот штуки можно было продать неплохо, но, к сожалению, не принимают тут местные, да? Как и одеяния, в общем-то, мага, обручи эти всякие. Да, и эти кольца тоже можно было расщепить, но оно, правда, было бесполезно. Но зато зачарование прокачали. Да, еще хотел глянуть... Что можно на кузнечной штуковине делать? Так, да, еще я вспомню, что такое кузнец вообще. Кузнечное дело у нас 15, допустим.
Стальной доспех, а тут какой у нас эльфийский доспех. Вот, по-моему, если не ошибаюсь, достаточно было даже прокачать вот этот вот доспех, поднять до сотки само кузнечное дело, и вы могли бы делать легендарный эльфийский доспех, который, в общем-то, по... ну, и с, пом... ну, с помощью, по-моему, если не ошибаюсь, да, также за прокачанного алхимии, там, по идее, зачарования, можно было бы сделать так, чтобы было достаточно даже для того, чтобы добиться максимального значения доспехов здесь в игре. По-моему, там 547 это значение, либо может быть больше, может меньше, которое просто само по себе нивелирует 85% урона. Типа того. Вот. И достаточно даже вот вкачивать кузнечное дело по эльфийский доспех. Это вот именно к этому, насколько я помню. Не обязательно там прям к драконьим доспехам стремиться. Но у нас тут есть еще. Так, тут же стальные доспехи. Там эльфийские. Двемерские. Просто сейчас хочу понять, что мне нужно для того, чтобы... допустим, вкачать вот... повысить... качество нам доспехов, которые сейчас на нас, в общем-то, изгоем, да? Сложные типы брони. По идее, вот даже по это дело надо стремиться. Так, а ремонт зачарованных? Ой, не ремонт. Ремонта нет, а улучшение магических штук, которые мы можем находить, да? Вот. Призначение 60. Ну, ты знаешь, достаточно даже сложные типы брони. Это, возможно, даже тот, который нас. Я, наверное, за кадром узнаю, что мне вообще достаточно для этого дела. Для прокачан там на легендарку наших доспехов, да? Это бы нам крайне не помешало. Окей, а теперь я гляну, что мы можем в кузне делать. Так, сыромятная, допустим. Сыромятные наручи требуют две повозки. Кожа и кожа. То бишь я чисто могу добывать шкуры из волков, там медведей, т.д. и т.п. Делать сыромятные наручи и... радоваться жизни. Так, драгоценности. Я что-то могу склепать? Да, я могу сейчас сделать с аметистом что-нибудь. И это же нам будет поднимать кузнечное дело. И у нас, ну, у нас один серебряный слиток. Что дороже, то надо делать, по факту. И не брезгуем, делаем. Вот сейчас будем серебряное кольцо с аметистом. Бам. Чуть качнули это дело, да? Строительные материалы всякие нам вообще не сдались. Лёпаная. Не нужно. Так, а, по-моему, там вот железные кинжалы требуют три повозки кожи. Три повозки кожи и один железный слиток. А также, по-моему, их можно зачаровывать, но что-то там у них его продавать, если не ошибаюсь. Но нам зачаровывать не на чем. Так, ну, значит, кожаная, в принципе, оно само себя очень даже так... И подожди, сыромятная, что ли? Так, две повозки кожи и... А, подожди, что я туплю? Железный кинжал. А, один железный слиток и одну повозку кожи. Слушай, неплохо. Да, по сути, можем это дело сейчас заряжать и продавать. Ну, либо же из кожи, либо же из железа. Нам, по сути, достаточно даже охотиться на каких-то волков. Медведей там, саблезубов, ну, что пока нежелательно. И, в принципе, будем в шоколаде. Ну, добренько. На этом мы нашу серию заканчиваем. В общем-то, успешно добрались мы до нашего дома. Нас, в принципе, радушно приняли. Даже если у нас учитель по одноручному оружию. Правда, у нас на это дело пока нет золота совершенно. Нам будут хотя бы на стрелы что-то иметь. В шахте, ну, посмотрим, мы в будущем потом пообщаемся, может, там даже в шахте кто-то есть. Так, а тут еще, кстати, вот какие-то двемирские руины, вот прям под носом. Может быть, стоит от них сходить, может быть, это именно в них Зефир Лук лежит. Правда, я туда далеко не рискну бежать. Так, ну ладненько. На этом серию завершаемся. Продолжим, в общем-то, наслаждаться атмосферой. Вот игрыша в следующей серии. Тем временем с вами был канал WJ Play. Ставьте лайки и подписывайтесь. И до связи.